Здравствуйте, дорогие друзья, рад приветствовать вас на своем канале. Мы находимся в аэропорту Праги, и я хочу рассказать, как оформить tax-free здесь. Для начала нужно подойти вот к этому окошечку, оно обозначено синим цветом. Здесь проверят правильность заполнения, проверят паспорт, проверят ваш билет. И поставив печать, отправят чуть-чуть левее, вот в это окно возврата. Здесь можно либо получить возврат в кронах, что я рекомендую сделать, или же обменять их по очень, правда, невыгодному курсу на любую другую валюту. Значит, вот таким вот образом осуществляется tax-free в аэропорту Праги. Еще раз, сначала вы подходите к этому синему окошечку и затем переходите к этому оранжевому. Вот таким образом осуществляется оформление tax-free. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Путешествуйте по Праге грамотно. Всем всего доброго. До свидания. Удачных поездок.